все время здесь наше. Сделали ребята, которые приехали в 6 утра. И я предлагаю вам сейчас поставить свой знак или свою отметинку. Иногда так бывает, когда мы попадаем в пустое пространство, кажется, что очень легко можно потеряться. Но у нас есть уникальная штучка, которую никто никогда не потеряет. Пальцы. Это наши отчепятки. У меня есть 3 разных цвета. Это акриловые краски. Ими можно сделать свой след. Акриловые краски на водной основе. Это значит, что вы можете прямо сейчас нанести след не только на этот показ, но только... Дышите. В тот момент времени, когда вам хочется торопиться, просто сделайте вдох. Глубокий-глубокий вдох. Это не похоже на фиолетовый. Нет, спасибо. Отдай кому. Я такой не нравлюсь. Кому синюю? Я буду кого-то. Получается сердечко. Да, она пока. Давайте вместе. А где краски? Здорово, так вот. Тут еще не делал отпечаток руки, а уже делал. Куда можно краски положить? Под флаг. Попробуй там, где он. Там сложно. Если чувствуете потребность говорить, говорите телом, говорите пальцами, говорите чем угодно. Можете идти, закрыв глаза. Тот самый незнакомый, я подчеркиваю, человек будет вести вас. Подготовка основательная. У нас пора. Дошли с вами до первой границы лагеря. Рядом, вот он на горе, смотрит своими окнами, долину. Дом. Я не знала, что ты приедешь. Да я тоже не знала, я в августе собирался. Но меня отодвинули в августе. Вожатый. Маруся! Тата Мира! Сегодня с Таней смотрели за вами, и наша задача была выяснить, случилось ли то, чего мы опасались. И сейчас есть вывод, что да, случилось. К сожалению, это так. Таня, мы проводили исследование, как вы помните, в первой игре. И те, кто притворялись духами основной земли,
были одновременно духами тех исследователей, которые изучали и искали смысл всего происходившего, в том числе, есть ли высшее сознание здесь, в этой локации, или здесь, среди нас. Так вот, оказалось, как только была открыта самая первая земля, и три народа договорились и жили на ней,